Рассмотрим тему «Признаки параллелограмма». Когда же четырехугольник будет параллелограммом? Первый признак. Если у четырехугольника две противолежащие стороны параллельны и равны, то такой четырехугольник – параллелограмм. Если BC равно AD и BC параллельно AD, то ABCD – параллелограмм. Второй признак. Если у четырехугольника противолежащие стороны попарно равны, то он параллелограмм. То есть, если BC равно AD и AB равно CD, то ABCD параллелограмм. И третий признак. Если у четырехугольника диагонали, пересекаясь, делятся пополам, то такой четырехугольник – параллелограмм. То есть, если BO равно OD AO равно OC, то ABCD – параллелограмм. Мы рассмотрели признаки параллелограмма.